Я приехала в Израиль 20 лет назад, почти 21 год назад. Фотографией заниматься начала совсем недавно, относительно 4 года назад. На самом деле я с детства очень люблю искусство, с маленького возраста. Я помню себя лет с 5, я просматривала альбомы по искусству, у нас их было очень много дома, и очень любила рисовать. Но позже я училась на искусствоведа, сначала первую степень, потом вторую. А где? Сначала в Хайфском университете, потом вторую в Тель-Авивском университете. Даже то есть так... фактически вы уже здесь учились? Да, да. Вы здесь полностью уже как бы да, выросли да. На израильской почве. Да, да. Даже тогда я еще не представляла, что я займусь фотографией, смогу приблизиться к искусству так близко. На самом деле я очень, как бы это было случайное знакомство, когда искала себе тему для своей работы, для тезы на вторую степень. Я листала каталоги и наткнулась на снимок фотохудожницы, французской фотохудожницы еврейского происхождения Клод Калуна. Она очень малоизвестная была в то время, сейчас немного больше, но только некоторые исследователи сюрреализма были знакомы с ее творчеством. У нее были очень оригинальные работы, и я, с тех пор я влюбилась в фотографию. Пришла к тому, чтобы сама начала фотографировать, это уже прошло еще несколько лет. Даже уже не помню, как так получилось, вдруг мне захотелось, и я пришла в фотоклуб «Цафон». Сколько лет назад? 4 года? 4 года почти назад, да. И я ни разу не пожалела, хотя это хобби берет очень много времени. И я обожаю фотографировать, и рада тому, что хотя бы моя семья меня поддерживает. И не так просто выдержать человека, который очень увлечен и занимается чем-то, потому что это забирает очень много времени. В основном я фотографирую пейзажи, животных, немного жанровых сцен. Люблю все очень красивое, эстетичное, очень хочется запечатлеть необыкновенные моменты, которые хочется показать и другим. А как вам удается заснять действительно такие интересные моменты? Как-то вот прямо изнутри как бы вот животного мира, вот там лебеди, быть третьим невидимым лицом, например, вот там, или вот тут вот там, где совы. Очень интересно, как вы это все сделали? Где это делали? Животных я снимала в разных местах, я очень люблю животных и часто хожу по зоопаркам, и у нас в Израиле. Я посещаю всевозможные зоопарки и парки за границей, часть делаю за границей в Европе. И на самом деле, чтобы поймать какой-то момент интересный с животными, надо довольно-таки долго наблюдать, это требует терпения, быть очень тактичными и не вмешиваться в их жизнь. И потихоньку, аккуратно их снимать. И тогда успех обеспечен, потому что они всегда не самые непосредственные. Я их просто обожаю. А вот тогда вы, значит, закончили вторую степень, да? Вы защитили свой диплом, да, по да, этой, именно по да, исследованию по этой творчества этой художницы, да? Да? И дальше вы пошли по какой стезе? Профессиональной? Дальше я, на самом деле, собиралась сделать докторат по искусствоведению. Но потом так получилось, что я решила, что не имеет, как бы... для того, чтобы для своего удовольствия это как бы слишком дорого. Ну нет. Понятно, лучше, нет, понятно. Израиль это такая страна, где надо как бы себя обеспечивать. Нет, просто и невозможно все... стоять двумя ногами на земле. Да, если можно это. Ну просто и.